басовый комбик Лены РБ-5 помощнее и с более широкими возможностями, чем предыдущий РБ-1 и РБ-2. Мощность его 120 Вт. Тоже вход для бас-гитар пассивных и с активной электроникой. Гейн, чувствительность, включение компрессии, потом энхансер, который добавляет верхние гармоники. Отдельная ручка бас, опять-таки параметрическая середина, две ручки, эквалайзер. Верхние частоты, ручка Presence, тоже стоит лимитер, который лимитирует пики сигналов, подрезает. Ручка громкости, и можно включать еще дополнительно пищалку Горн. Специальная ручка есть такая. Вот. И выход на D-Box, уже XLR-овский, которым можно подключать, отправляя сигнал в студии звукорежиссеру или на концерте. С обратной стороны есть возможность подключить дополнительно выход на динамик, выход на петля эффектов. Сейчас я поиграю.